Всем привет! Меня зовут Ольга. И сегодня я хочу показать вам свой альбом. Альбом я сделала для своей фотосессии, которая у нас была в сентябре. На самом деле в сентябре у нас было две фотосессии. И, скорее всего, будет два альбома. И это первый — наша прогулка с дочкой. Очень красивая бумага из коллекции Bella BLVT. Сложно, конечно, все это произнести. Но, тем не менее, бумага очень красивая. Альбом сделан по мастер-классу Ани Ксаковской, которая приезжала к нам в Казань и показала вот нам раскладочку как раз для такого альбома. Альбом у нас формата 20 на 20. Сейчас, наверное, я уже не вспомню, сколько листов у меня сюда ушло. Но ушла практически полностью вся коллекция, все листы. Чуть-чуть карточек только осталось. Листы были в этой коллекции, по-моему, в двойном экземпляре, хотя могу ошибаться. Очень мне понравились вот эти вот раскладушечки. Я их в своих альбомах до этого сделала. Здесь вот очень удобно. Красивые какие. Очень много фотографий как раз оно здесь вместится. Вот это вот бумага для пастели. Бумага для пастели. Я в свое время как-то ей запаслась. И сейчас она мне очень прикатилась. Очень красивые наклейки. Вот по сравнению с другими коллекциями, у них еще есть тоненький такой лист с наклеечками. Очень много надписей всяких. Совушки. У них коллекция. По-моему, вот у них коллекция, она разделена на части. Идет листопад, сбор урожая и День Благодарения. Я старалась, конечно, тоже в таком же порядке. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Расположить, хотя фотосессия у нас была только в сентябре. Ну, посмотрим, как пойдет по фотографиям. Вот это вот наклеечки, они Кайзеркрафт, тоже мне очень нравятся. Очень. Вот это рамочки Прима. Вот эти звездочки я выиграла в конкурсе. Бумага Марака. То производитель тоже, это они мне очень понравились. У них звездочки, сердечки, они мне прислали. Очень интересные. А вот эта бумага, вот в горошек идет, это Эхо Парк Dots. Чуть-чуть буквально я использовала бумаги из других коллекций. Совсем немножко карточки. Скотч. Бумажный скотч. Вот такой вот альбомчик получился. Все, спасибо за внимание. Пока-пока.